Вот в таком живописном местечке находится. Поехала на Ленские столбы. Затарились бензинчиком. Где-то 200 литров. Разгрузились вещей. Конечно, у нас даже холодильник с собой. Полная лодка. Мы остановились в таком вот местечке. К воде не бегаем. Это все приехал в одной лодке. Хотя бы на пару дней собрались. А как будто бы на месяц. Сейчас. Что хочешь снять? Штаны? Коля, тебе нравится? Жилет? Сейчас снимем. Лагерь потихонечку разбиваем. Мы, как всегда, самые быстренькие. Вот с супругой поставили палаточку. Fresh and Black. Я про нее утром сделаю отчет. Это уже палатку мы лет 5, наверное, пользуем. Отличная палатка. Жаль, сейчас такие стоят космических денег. Штанишки надо, штанишки. Попробуй сало закоптить. Вот это будет вкусно. Дети не едят сало. А, да? Почему? Ты же не ешь сало. Я? Как это мне пченое сало? Кто сказал, тебе оно не зашло? Что делаешь, Коля? Хлеба дети набросали, окуня кормят.
Байкал. Остановочка у нас здесь на устье, скорее всего, безымянной речки встанем. Нам надо, чтобы солнце освещало ленские столбы. А сейчас еще рановато, ленские столбы будут серыми, не такими ярко-желтыми, как на картинке. Поэтому подождем, пока чай попьем, порыбачим на вот таком достаточно живописном месте. Ну а запах какой, да? Вот в таком живописном местечке находимся. Пойдем дальше, посмотрим сейчас, что нас ждет. Вот они. Как я вот здесь застаю. Вот, засними меня вот здесь. Мясо, рыбу. Пальцы?
как будто пальцы, да? Да. Все скалы на что-то похожи. Определенного ракурса. Решили холодной воды набрать. Живой ручей. Детям сказали, что это Актахалом. Кто в теме, тот поймет. Ой, запахи, запахи красота. А там дальше второй, вторая ступень. Она запах подняла. Бутылку не взяли, не, да? Это так попить. В общем, такая красота идет. Пошел. Вот здесь хороший такой высокий порог. Красивенький. И дальше. Остановились на новом месте. Сейчас быстренько расскажу про палатку. Палатка вот с таким труднопроизносимым названием. Почему-то раньше мы называли ее чешуя Арпенос 3XL. Материал ее, наружный слой такой, внутренний слой черная легкая ткань и сетка, типа технология Fresh and Black. Название свое оправдывает практически полностью. Технология Fresh and Black. И поставили мы ее вот так в кустах, хитро. Солнце где-то в этом районе будет заходить. Будет прохладненько. Ну и так, после восхода солнца, сильно не напекает. В принципе, дополнительные 2-3 часа дает поспать. Остановились мы уже напротив Ленских столбов. Вот проход стоит туристический. Я больше не могу ходить. Завтра поднимемся и поедем домой. Домой. Лагерь разбили. Вот большая палатка. Она у нас там и спальня, и кухня. Привет. Привет. Че, как понравилась тебе поездка? Да. Вот на ушицу немного окуней надергали на спиннинг. И там елец даже влетел как-то. Супруга у меня здесь с сыном. Сколько? 87,2. О, ничего себе.
добрались до своей турбазы. Приехали мы, все, природно-национальный парк Ленские столбы. Было бы, да. Здесь у нас слепок трилобита, крестишка. Вот горы.